Всем привет, с вами как всегда Андрей, и это вторая посылка по Миури. Мы как раз продолжим ее сборку, это вот вторая коробочка, она вроде как тяжеленько идет, поэтому давайте сразу откроем, посмотрим все детали. Вафля, кстати, тоже пришла, и начнем уже сборку поэтапно. Журналы в электронном виде, поэтому буду подсматривать на телефон, чтобы как раз смотреть последовательность сборки. Итак, идет у нас первый подарок, если будем смотреть, значит, это блокнот Lamborghini. Он упакован, то есть в вакуумную пленку. Давайте сразу открою, посмотрим поближе. Очень приятная бумага. Ага, даже вот так. Очень прикольный блокнот, видимо, действительно оригинальный. Что у нас тут написано? А, ну по лицензии автомобиль Lamborghini. Вот. Это очень приятный подарок. Блокнот всегда будет полезен. Листочки тут склеены наверху. И у нас как книжечка она идет. Это плюс. Значит, что у нас идет с шестой посылки? Дальше подарок сумка будет. И уже мини-модель, так сказать. Так, это я откладываю. И давайте посмотрим детали. Так, у нас тут идет, это восьмой пакет, седьмой, пятый и шестой. Мы до конца соберем дверь, видимо. Да, вот они, две детали двери. Это у нас идет детали передней торпеды. И это идут крышки головки блока цилиндров, которые мы собирали до этого, ставили, видимо, это вторая часть. Ну и давайте по порядку начну сборку с 5-6 номера, так как эта дверь собирается, их вместе распакую. И как раз сейчас уберу пока лишнее и достану нашу дверь, которую мы собрали в предыдущей части. А кто не видел этот ролик, ссылка будет, ну или подсказка где-то тут наверху. Итак, как видно, то, что все детальки упакованы отдельно, это плюс. Пластик мне очень нравится, он такой как будто прорезиненный, такой мягенький. Это, видимо, двухсторонний скотч, чтобы этот угол прилепить, но это, к этому мы придем чуть позже. Значит, винты Б. И в пятый у нас идет зеркальная, хромированная типа. У нас идет кнопка. Так, винты А, С и Д. Металлическая пластина. И какие-то другие пластиковые крепления. Сейчас я быстренько это все распакую, детали положу их рядом. И начнем сборку. Винты я решил буду брать, которые понадобятся. Кстати, в шестом номере это идет как такая с бахромой, то есть покрыта, ну, такая мягенькая под ткань. Прикольно. Итак, первым делом нам надо установить по инструкции, значит, взять дверь и установить саму петлю. То есть вот из этих трех деталей. То есть одна сборная единица, так сказать. И тут пазы есть, в принципе, это установить. И закрутить двумя винтами С. Петлю мы установили. Продолжим дальше. Дальше нам надо установить... так, это у нас, видимо, замок. То есть туда в щель ставить. Вот как-то так. Чуть-чуть прижать и закрутить винтом А.
И опора выключатель, это выключатель, значит, нам надо, чтобы попало это все, видимо, вот так. И закрутить это все винтом D. Тут винты с запасом идут, как раз вот по одной штучке они остаются. Да, кстати, у нас выключатель, так сказать, работает, нажимается. Правда, немного заедает, но думаю, это не критично. Так, выключатель подсветки. Это, оказывается, у нас выключатель подсветки, провод с кнопкой. Его надо подеть снизу. Я сделаю чуть наоборот. Так. Сам штекер под этим выключателем надо протянуть. И, видимо, кнопку вставить как раз, чтобы упиралась тут вот в пазы. Ну да, вот все начало работать. И надо протянуть под вот этой петлей. То есть просто туда. Видимо, ничего больше не надо делать. Просто надо было обогнуть вот этот, так сказать, под отверстие, точнее под винт отверстие. И теперь нам надо только поставить заглушку хромированную. Как раз закроет у нас, прижмет все детали и сам провод. Все вроде совмещены. Так, теперь нам надо закрутить это все винтами А. Их тут много. Их 4 штуки должно быть. И один запас. Так, это нам не надо. И, по сути, мы все сделали. Собрали, значит, это у нас 5 комплект деталей. Сейчас перейдем уже к обшивке двери. Это я откладываю. И переходим к сборке дальше. Тут, скорее всего, понадобится один винт. Раз один запасной, его сразу отложу. И берем нашу обшивку. Тут есть несколько мелких деталей, и мы их как раз сейчас установим. Так, ручка двери. Ее просто вставить. И это у нас... кнопку блокировки. Она, видимо, сюда... А, просто... тоже вставляется, и все. Типа вставить до щелчка. Мы закрепили, значит, деталь. А теперь мы установим подлокотник. Он на одном винте крепится. И надо теперь просто защелкнуть эту деталь, попав в пазы. Так, и теперь нам осталось вот эту мягкую панельку также закрепить, вставив в отверстие. Ну, по идее, все, вот у нас готовая левая дверь. Видимо, больше так, кнопочка работает. И вот этот коннектор у нас остался просто торчащий. Ну, а теперь перейдем дальше, уже соберем, ну, продолжим собирать нашу переднюю панель, то есть торпеду. Первым делом нам надо вставить линзы. То есть вот эти стеклышки, снять вначале с них защитную пленку. Видимо, это никак не крепится, поэтому будьте аккуратны, они могут вылететь.
стеклышки я поставил. Теперь нам надо взять эту деталь и аккуратно поставить. Он, я думаю, прижмет наши стеклышки, чтобы ничего не выпало. Так, ставить светодиод потом. Через эту консоль нам надо провести. Надо быть аккуратным, потому что что я сделал? У меня стеклышки все сдвинулись. Я только сейчас заметил, что у меня, к сожалению, треснутая деталь. Но я думаю, это не критично. Эту детальку я сейчас подклею, чтобы выровню, чтобы было незаметно. Так, нам понадобится сама торпеда, которой мы это, потому что установить надо будет перчаточный ящик. Его устанавливаем, значит, переворачиваем и просто закрутить на два винта. Ящичек установлен. Теперь нам надо вставить рычаги. И теперь нам консоль и приборную панель надо соединить. Это все дело просто вставить в пазы. Эти тут у нас есть сверху. И на этом, походу, все. Есть небольшие огрехи тут. То, что есть щели на прибор. Ну, получается, на передней торпеде. Ну, с этой частью понятно, что я разберусь чуть позже. Я, видимо, все-таки придется зашпаклевать или почистить и как-то это заклеить. Чтобы не было, во-первых, ровненько, чтобы было. А во-вторых, чтобы не видно было щели, потому что это у нас все-таки водительская сторона, двери открываются, и чтобы не было видно вот этой трещины. Сейчас я аккуратно отрежу эти все болты и на гель, супергель, приклею их как раз на нашу крышку, крышки. С помощью пинцета я буду брать эти винты. Чуть-чуть клея. И вставлять в отверстие. Thank you.
И на этом, по сути, сборка закончилась. Осталось еще 4 запасных болта. Это на всякий случай, если вдруг потерялись. Ну, так как я их приклеил, я думаю, они вряд ли пригодятся, так как они уже никуда не денутся. Подведем итог. Во второй посылке у нас был блокнотик. Очень стильный, и он всегда пригодится. Чистая белая бумага, плотная. Такой книжечкой сделана с логотипом Lamborghini. Мы собрали полностью левую дверь, вставили как раз выключатель туда, собрали немного еще переднюю торпеду, как раз установили там перчаточный ящик, некоторые мелкие элементы и как раз еще табло с, ну, дополнительное табло с циферблатами и так далее, с датчиками. И еще собрали, точнее установили крышки болтов на вот эти две головки цилиндров. И по сути на этом все. Ну и теперь будем прощаться. Спасибо, что посмотрели данное видео. Обязательно поставьте свой царский лайк под этим видео. Напишите комментарий. И не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать новые выходы, сборки партворков и сборных моделей. С вами был Андрей. Всем пока-пока.